В Чебоксарах завершили расследование в отношении двух молодых людей, которые пытались ввести на территорию республики 100 граммов спайса. Они обвиняются в попытке незаконного сбыта наркотических средств. По данным пресс-службы Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии, в ночь с 4 на 5 июня 2014 года в городе Новочебоксарске сотрудники УФСКН России по Чувашии остановили автомобиль, в котором находились обвиняемые. В ходе обследования салона машины в нем было обнаружено и изъято около 100 граммов спайса. Злоумышленники приобрели его у неизвестного им лица в Казани и, забрав из расположенного там тайника, везли в город Чебоксары для последующего сбыта. Кроме того, по версии следствия, 18-летний обвиняемый уже в одиночку еще 6 раз пытался сбыть более 7 граммов спайса, осуществляя закладки в тайниках, расположенных в различных местах в городе Чебоксары, и предлагая его приобрести в интернет-чатах. Однако реализовать задуманное до конца он не смог, поскольку указанные наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в рамках проводившихся оперативно-розыскных мероприятий. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.